Во время субботнего объезда префект СВАУ Валерий Виноградов посетил территории транспортно-пересадочных узлов. Осмотрев ТПУ у станции метро «Алексеевская», откуда выведены все торговые объекты, кроме киоска печати, префект потребовал разобраться с порядком парковки машин на этой территории. Сейчас машины сюда заезжают на непонятных основаниях, паркуются хаотично. Такого быть не должно. Вблизи метро «Бабушкинская» Виноградов обратил внимание на неудачное размещение ряда объектов торговли. В частности, киоски печати на улице Минжинского расположены так, что мешают проходу людей. А кто это поставил? Вот это кто, Антон, поставил? И когда это было? Не, она здесь стояла. Слушай, полтора метра, да, выпало. Префект поручил переместить их в другое место. Вместе с главой управы Бабушкинского района Анзором Алисултановым префект также обсудил вопрос, что можно сделать для разгрузки перекрестка на пересечении Енисейской улицы и улицы Минжинского, где из-за неправильной парковки у светофоров образуются серьезные пробки. ТПУ у метро «Ботанический сад» пока в полную силу не работает. Участники объезда рассмотрели вопрос о перспективах перемещения торговой зоны с центра площади поближе к улице Вильгельма Пика и подключения киосков к электричеству. Также затрагивался вопрос о перспективах работы перехватывающей парковки у метро «Ботанический сад». Планы развития еще одного ТПУ «Владыкино» участники объезда обсуждали, поднявшись на 16 этаж гостиницы «Восход». Несколько объектов будут снесены и выведены, расширится зона парковки, удобнее станут подходы к метро и подъезды для автомобилей.